блоком дела идут лучше других. Сокол принимала. Сокольчик на огромной скорости в атаку вложилась. И еще одна попытка. И еще одна защита от улицы. Ефимова. Нет, не остается мяч на своей стороне. Ну как бьется непомнящих. Просто выскочила. Выскочила на блок. А дальше отвернулась от сетки и уже ждала доводку. Тулица, конечно, здесь отбилась. Ничего не скажешь. Великолепная защита. Отличная реакция. Наталья Фролова несколько мячей подняла. Здесь не видела просто блок Яна Мандзюк. Ну а дальше уже снова ведь это Наталья Фролова была. Вот так.